Война. Война — это страшное слово. Война — это боль на душе. Это страх, терзающий голод. Это ад на этой земле. Ты жизнь отдашь миру, чтобы выиграть в этой борьбе. 1941, 22 июня, 4 утра. Говорит громко мужчина. Люди, началась война. Мужчин призывают к пунктам, дают им форму и автомат. Идут они с грустной улыбкой. А мать, мать ждет их дома одна. Год за годом идет, и все жестче. Нечего кушать, нечего пить. Дети кричат, а матери плачут. За что им такая жестокая жизнь? И вот пришло письмо одной маме, что сын погиб, обгоняя танк. Не смог он выжить, но поклялся он маме, что победа будет за нами всегда. Год за годом шел, но война продолжалась. Много людей погибло в тот час. И, наконец-то, 1945-й. Мы победили, мы отстояли. Победа будет за нами всегда. С тех пор всем известно в мире, что Советский Союз не сломить. Это братство, единство народов, и его никому не победить.